Привет, друзья мои! Я сегодня снимаю видео, которое ты меня давно просишь о работе в Яндекс.Про. Я не так давно, буквально позавчера, оформилась в эксперт-парк. Причем оформилась очень быстро, не выходя из дома, очень удобно. Все документы прошли контроль по интернету через WhatsApp. И сегодня первый день. Вчера у меня был день занят. Оформилась я только вечером позавчера. И сегодня я уже вышла на работу. Как только освободилась после своих дел утренних. Да, это очень удобно, что можно в любое время уходить на работу. Тогда, когда есть время. Как подработка, как работа. Посмотрим, как я сегодня что заработаю. Вот я тебе заскриншотила. Вышла я на линию 35 минут, 40 минут уже пришел заказ, и 58 я его уже доставила. Вот за такое время я заработала 138 рублей. А как будет дальше, посмотрим. Ну что ж, друзья мои, дни бывают разные. Ты не поверишь, так я один заказ выполнила, потому что я очень захотела кушать, захотела домой, приехала домой, и все. Снова я на линии сегодня. Я не успела выйти из дома, пришел заказ, и я его уже выполнила. Заработала 245 рублей. Сегодня я специально вышла из дома пораньше, потому что я так понимаю, что доставка, которая работает через таксопарки, ну, в том числе, как я сейчас в эксперт-парке работаю, они работают в основном с утра и до вечера. Наверное, ночью заказов не бывает, как я работала в Яндекс.Еде, в Деливере я работала по ночам. Ну, хотя, может, и бывает, просто я не пробовала. В парке «Эксперт» мне нравится, что комиссия здесь за заказы 2,5%. На данный момент это самый низкий процент, который я знаю, который мне приходилось платить парку. Я работала в логистике, где 5%, в платинум, где 3%, здесь 2,5%. Причем есть возможность выбрать разные способы оплаты. То есть или можно выбрать комиссию за весь день 50 рублей, то есть независимо от того, сколько заказов. Можно выбрать 4 рубля с заказа, можно выбрать 2,5%. Я решила начать с того, чтобы попробовать 2,5%. А потом уже посмотрю, сколько у меня будет заказов в день, как мне будет выгоднее. Пока я обычно работаю, не знаю, сколько я работаю, сколько я сделаю заказов. В общем, нет у меня такого стабильного времени, я, можем сказать, как подработка. Хотя у меня другой работы, кроме курьерской, можно сказать, нет. Ну, я еще фотограф, снимаю фото и видео. Но сейчас это у меня больше даже как хобби. Раньше это была основная работа, а сейчас как хобби. Поэтому тут немножко, там немножко. И да будет нам счастье. Ну вот, время 12:40. Работаю я уже чуть больше, чем 2,5 часа. 2 часа 40 минут, точнее. И заработала я уже 789 рублей. Выполнила всего 3 заказа. Уже могу сделать вывод, кстати, по комиссии парка, как мне выгоднее. У меня с первых двух заказов было по 6 с чем-то рублей, и с последнего заказа было 8 рублей. Так что, наверное, мне выгоднее 4 рубля с заказа ставить, чем 2,5%. Так и сделаю, но, наверное, завтра. А сейчас я выполнила заказ из Пятерочки, отвезла. Да, ехала из Пятерочку нормально, и из Пятерочки 3 километра ехала до клиента. И заказ этот для меня стоил 87 рублей. Но ничего, бывают и такие заказы. Еще что заметила сейчас, у меня прошло автоматическое списание на мой счет 450 рублей. Это я выбрала такое получение зарплаты, как автоматическое списание на карту. И у меня карта Сбербанка, и деньги придут на карту завтра. Это без процентов абсолютно перечисление, это мне тоже нравится, потому что в других местах я видела там где-то 2%, я не буду уже рассказывать где. В общем, здесь беспроцентная выплата зарплаты на мою карту, на мой счет. Ну и в связи с этим совсем, моим сегодняшним опытом, что я хочу сказать? Рекомендую ли я тебе работать в Яндекс.Прошке? Да, рекомендую, в частности, в эксперт-парке. Потому что пока, на данный момент, мне понравилось больше всего в Яндекс.Про работать именно через этот парк. Ну, на этом пока все. А дальше я буду тебе рассказывать все плюсы и минусы моей новой работы. Точнее, старой работы в новом для меня парке, в парке «Эксперт». И да, вот тут вот телефончики, посмотри.
Пройди по ссылочке, если ты хочешь пойти именно в этот парк работать. И когда тебя спросят, не забудь сказать, что ты от блогера Лены Курьер Краснодар. Два заказа у меня поступало, принималось. У меня стоит автоприем заказов и тут же отменялись сами собой. Я приехала во вкусный дворик. Сначала 10 минут идет ожидание бесплатное. Заказ еще не готов, и теперь идет платное ожидание.